Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, дуэт спинозавр. У нас два спинозавра, редкий и эпический, и у них фишка это кровотечение и уязвимость, даже тоже какая-то такая с кровотечением, да, тоже 0,2 отложенный урон. Это редкий был. А обычный, кстати, такого удара не имеет, но есть двойной урон. Ну, кстати, не знаю, правда, что хуже будет. И кем мы пойдем с ними сражаться? Можно, хочется с ними им за подлянку какую-то сделать. Кстати, давайте по силе удара. Что у них там? 1200 и 1300, но здесь есть двойной урон. 1200 и 1300. Знаете, мне кажется, вот так вот пойти можно. Вот так. Я вот думаю, хочется взять еще вот этого парня. Ну, справимся мы или нет? Я хочу взять тоже ребят с кровотечением, короче, наказать их. Они сами дают кровотечение, но у них у самих нет иммунитета от кровотечения. Вот в чем прикол. В принципе, можно начать. У них скорость 122, у одного из них точно. Так что начать, в принципе, можно со своего там, как там, спинотазух, или кто ты такой? Спинотазух. Спинотазух, я думаю, с кого начать. Ладно, давайте начнем с Эрли Доминус. Я так его буду называть. Он не Эрли Коминус, он Эрли Доминус. Так, это у нас эпический. Тогда давайте сделаем так. Отлично. Отлично, ребят. Это был его сильный удар, который я мог не пережить в случае крита. Ладно, надо меняться, ребята, надо меняться, иначе это же будет неинтересно. Так, я знаю, я сейчас могу ударить, блин, ну я хочу подмениться специально, не буду бить его, а просто подменюсь. Я знаю, потратил урон, ну так неинтересно, я хочу вот так вот сделать. У него иммунитет, кстати, я его брал, не думая о том, что у него есть иммунитет. Блин, сейчас он его вот оттрепает. Мне кажется, а ну, добьет, умер от кровотечения. А, иммунитет, какое кровотечение? Так, а вот он, походу, умер от кровотечения. Ой, это прекрасные удары вот эти вот. Нашего этого летучего гибрида, все прикольно так выглядит. Ну да, убил и сам умер, да? Надеюсь, ты умер. Нет, представляете себе, он не умер. Ну давайте напоследок. Но он сейчас умрет, да? Ну на тебе. Твой дальний родич, спинотазух. Блин, вот это классная штука, да? Вот скорость классная. Даже если у него, когда у него уровень маленький, как бы он свое дело делает. Если он один удар пережил, он два кровотечения наложил, которые стакаются и усиливают друг друга. Это вообще жесть. Надо его как-то качнуть повыше. Он тоже часто, спинотазух, у топовых игроков в команде, там, 30 уровня есть. Ну ничего себе, брахики. Ураничи. И легендарный дилоранозавр, ребятки. Давайте вызовем на бой DJ Legends. Прикольно, короче. Посмотрим, онлайн ли он сейчас. Ну, точнее, он и есть онлайн. Примет ли он наш вызов? А, вот это мой код, типа, Mate 5. Нет, это команда. Это типа команда. Так, а ну, ребята, в какой-то вы команде... Так, кто-то вместе со мной в ТОА в команде Mate 5 Japan. Так, кто-то в Jurassic World Russian команда. Так, Mercenaries. Russian 12 Rus. Ну, так, половина в команде Velociraptors.rus. Но пока что я свою команду не создаю. Так, ну что-то пока что, короче, не идет. Давайте пойдем в поместье Локвудов. Так, ну начнем с Трики, хотя надо было с более шустрика.
Ютазина. Так, мы знаем, что сейчас у него будет снижение урона, скорее всего, а второй будет удар с параличом. Ну ладно. Так, ну мы все-таки его продамажим чуть побольше. Паралич, думаю, сейчас уже прилетит. А, он решил подмениться, да? Ну, оу, прикольно, два броника сражаются. Так, ну давай. Я типа пошустрее, да? Кританул, ха-ха-ха. Блин, ну он меня тоже пробивает сквозь щит. И снижает мой урон. Так, подождите, это у него была контратака, разрушающая щит, а ударов у него таких нет. Да, в общем-то, победа. Ну, в смысле, над ним тогда. Давайте, следующего. Это Индораптор. Индораптор, Индораптор. У него, блин, полтора урона есть. Ладно, давайте попробуем пережить. Сюрприз, мазафака. Так, вот у него двойной урон сквозь щит сейчас доступен, да? Ну ладно. Не буду защищаться, ибо щит мне не поможет. Ага, у него было снижение урона на 90%. Но он все-таки уклонился, подлец. Ну на тебе еще снижение урона. Блин, неплохо трики держится. Кританул, вообще красавчик. Трики молодец, вообще надо его качать дальше. Ну вот, нарвались мы на этот удар. Так, этот у нас что идет? Контратака. После замены вы наносите на 50% больше урона на 2 хода, защита от замены на 2 хода. Я не успел подниматься, ну ладно. Мы все равно продемажим. Ну посмотрим, посмотрим. Спасет ли это тебя? Не спасло. Интересный бой идет. Так, Диларахейрус появился, но он уступает нам. Так, у меня есть ускорение, в принципе, можно его дамажить. Я его почти пробью, если кританул, то пробью. Так, что у него там опережающего? Ничего нет, ну, до свидания. Эрли Доминус круче. Так, так и так. Ну, начнем с Шустрика. Великий Шинкователь. Так, Тородолозавр. Паралич, паралич, нам пофигу, нам пофигу. Так, что у него тут? Задержка, задержка, перезарядка. Давай вот так сначала, а потом невидимость. Хотя она нам не понадобится. Черт, у него есть опережающий удар. Ну, использует? Да, тоже использует. И промахнулся. Оу, 2500. Да, это невидимость нам дала. Усиление. Время валить. Кританул. Но что-то слабо. Броня. Броня. Так.
Блин, это, конечно, плохо. Сейчас нам двойной удар прилетит. Блин, пробил таки. Вот этим, конечно, хороший стигадей. Время уклоняться. Блин, стигадейшка хорош. Блин, у меня он слабоурный. 20-го всего лишь. Так, ну это хорошо. Пятерочка. 27-й уровень был. Так, ну уклонился, посмотрим. Если он меня сейчас не пробьет. А, невидимость, блин. Невидимость — это больно. Я просто был быстрее. Ну, в смысле, у меня был уровень повыше. А это меня спасло. Потому я ходил первым. Ну и соберем награду. А еще давайте заглянем. Кстати, блин, я собрал столько много вот этих альянсовых наград. Это было просто, короче, прикольно. Давайте вот заглянем. Во-во-во-во-во, смотрите, сколько всего здесь можно тут насобирать. Еще можно улучшить. Нормалек так насыпает, короче. Ну и можно вот это по отдельности собрать. Вот такие вот дела, ребята.